Беларусь – лидер среди стран СНГ в рейтинге достижений целей устойчивого развития. Такого результата удалось достичь благодаря экономическому подъему, росту ВВП. Также в Синеоке один из самых низких показателей уровня малообеспеченности населения. Благотворительная акция «От всей души» проходит в Беларуси до 15 числа. Главная цель – подарить внимание и заботу пожилым и одиноким людям. Нововведение этого года – единые дни празднования во всех регионах. 10 января пройдут фестивали творчества, а на следующий день более 6 тысяч пар по всей стране закружатся в танцах. В связи с погодными условиями ГАИ рекомендует соблюдать повышенные меры безопасности на дороге. Наиболее опасное движение на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках. Госавтоинспекция мониторит улицы и проезжую часть для обеспечения безопасности и своевременной организации работ по расчистке и обработке дорог. 6 января с 9 до 12 часов пройдут прямые телефонные линии. Заместители председателя Бобруйского горосполкома, а также глав администрации Ленинского и Первомайского районов выслушают граждан по вопросам трудоустройства, образования, социальной защиты, жилищно-коммунальных услуг. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 января включительно по адресу улица Ленина, 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горосполкома.